Всем привет! На связи Куликов Сергей и сайт фокусотморяка.ру. Но в этом видео я не буду показывать вам фокусы. В этом видео я предлагаю вам принять участие в конкурсе и показать фокусы в вашем исполнении. Как это будет выглядеть? Первое. Вы снимаете любой фокус в вашем исполнении на камеру. Можно на телефон, без разницы, ну, лишь бы было все понятно. Второе. Перед демонстрацией фокуса вы должны обязательно представиться, сказать, как вас зовут, из какого вы города, поселка и так далее. Третье. Я предлагаю вам придумать название фокуса, потому что так будет более удобно потом выявлять победителя. Четвертое. Когда фокус снят, вы придумали ему название, вы заливаете ваше видео на YouTube. И в описании к видео вы указываете то, что этот фокус снят для конкурса на сайте фокусотморяка.ру. И указывайте ссылку на страницу конкурса, то есть ссылку на мою главную страницу фокусотморяка.ру. Далее. В личном сообщении ВКонтакте, либо в почте в электронной, вы присылаете мне ссылку на YouTube именно на ваш фокус. И я его, конечно, просматриваю и определяю, там, нравится он мне, не нравится. В общем, из всех фокусов, которые будут присланы, я выберу 10 наиболее мне понравившихся. После чего из этих 10 человек мы устроим такой вот, ну, устроим опрос голосования, и из этих 10 выберем 3 человек, чьи фокусы вам более всего понравятся. То есть я сначала выбираю 10, а вы выбираете потом 3. Да, все ссылки на фокусы вы должны прислать до 29 апреля включительно. Итак, тот, кто займет первое место, получит на свой кошелечек 500 рублей. Тот, кто занимает второе место, получает 300 рублей. Тот, кто занимает третье место, получает почетные 200 рублей. Выплачивать я буду либо на WebMoney, либо на Яндекс.Деньги. Так что, если у вас нет таких вот кошельков, я скоро выложу видео, как эти кошельки завести. Итак, на связи был Куликов Сергей, и до встречи на страницах нашего конкурса.